Красотища. Лесорубы валят лес. Смотрите, какая красота на елках. Какие обалденные места. И как будто бы... Лососевая рыбалка — это всегда увлекательно. Сказочные пейзажи на реке. Легкий морозец. Одеваться, конечно, надо специальную одежду, иначе будете себя чувствовать некомфортно. Мы, пройдя этот маршрут, реально были мокрые полностью. И когда остановились рыбачить, спины стали подмерзать из-за того, что вода, которая выделялась из нас, стала прилипать к телу. И вот Юра поймал сразу с первого заброса рыбу. Не могу идти далеко бегать. Ну вот прозвучало слово «мама». А если это мама, для этой поры это уже диковинка. Да, буквально с первого заброса. Повезло. Встреча. Как говорил мой товарищ, встреча приманки с рыбой — это самое важное в рыбалке. Вот она произошла, сейчас мы посмотрим. Вот у меня батарейка тоже начинает пищать, слышите? Сейчас будем снимать. Посмотрим, кого он там поймал. С первого заброса или со второго, Юра? С первого заброса или со второго, Юра? С первого? Мамка, блин, как будем парковать? Палку, палку береги. Да, да, супер, красота, подлет. Что-то с камерой, говно какое-то. Юра со второго заброса взял маму. Офигенная рыба. И не можем ее уже минут 4-5, не можем ее даже поднять. Она лезет под лед, за край очень большой, есть куда ей погулять. Ну, присела. На что? 63-я Люсика, оранжевая, я видел какая, да. С белым пузом, яркая, бабахнула. Ну, значит, глубина хорошая. Блин, какая рыба, ехайда. Ай, батарея, батарея, пустая батарея, представляешь? Все батареи заряжены, пустая. Твою дивизию, да что же это такое? На холоде. На холоде вот такая. Так. Фантастика, реально. Я вот начал снимать на телефон. Подожди. Начал снимать на телефон по той причине, что батарейки на морозе быстро приходят в негодность. Телефон все-таки держит. 6, 6, 7.
Подымай. Подымай. Хай сопротивляется. Пусть устает. Красота. Недаром я сюда шел. Так долго. Тихо. Попробуй. Там же за краю в воде. Юра, давай. Тихо, нет. Нет, вот надо было ее положить. Не-не-не. Там 6, 7, 8. Не сейчас. Надо, чтобы она вдалеке, Юра, вдалеке. Пусть она вот как вот так вот поднялась. Да. Видишь, она лезет. Сори палку. Да. Когда она башку вот там вот приляжет, вот тогда ее надо форсировать, чтобы она успела на закрай положить. Да. Лучше бы она села на мою палку. У меня палка мощная. А она села у тебя на твою. Ну да, дай бог, может быть. Сам не поймал. Тихо, смотри, чтобы не воткнулся в шнур. Так хоть посоветую. Советоваться со стороны всегда легче. Вот смотри сейчас. Еще. Голову поднять надо, поднять надо, поднять, поднять, поднять голову. Ой-ой-ой-ой-ой. Она плохо сидит, Юра. Да, сидела рыба. Ну уже увидели. Сидела на одном тройнике в углу. Но сидела крепко, еле освободилась. Помочь этим самым удилищем. Я тогда не могу снимать. Как красиво палочка работает. Но как он ее загибал, мне становилось страшно. Смотрите, что там творится. Что там творится? Она за краем губы сидит, задним крючком. Если бы хорошо, если бы она крутанулась и забагрилась вторым. Самое понятно, интересное... ну лошадь, что ты хочешь. Благодари Бога, что она не идет под лед. Самое еще интересное, что я не знал, что камера в этот момент снимает. И я снимал на телефон. Разворачивай ее сюда. Вот так. Нет. Не дается рыбка. Не хочет гадюка. Не дается. Боком, да. Она очень слабо сидит. Ну, сойдет, ничего страшного. Все равно отпускать-то будет. Надо посмотреть, отрезанная или не отрезанная. А самое интересное, что рыба была отрезанная. Да. Кобыла. Но мы ее не кобыла. Взяли, потому что в обратную сторону идти с такой ношей было не хотеть, ну, желания не было. Мы ее отпустим. И вот оттуда вы бы ее, блин, паркануть, чтобы она поднялась. Видишь, она не поднимается. Ну, здоровая кобыла, конечно. В этом году тоже лосось не дал. Да? Давай. Нет. Нет. Она помогать не хочет. Она помогать не хочет. Тихо, лягла. Подматывай, еще подматывай. Палку вдоль земли надо, Юра. Тихо. Юра, близко не иди. Юра, палка, блин. В прямую. Тихо. Все. Ой, ё-красоты. Я уже вспотел.
тихо, Юра, отойди, Юра, рыбу возьми, он сейчас уйдет. Юра, близко не иди, ты уже на краю стоишь. И вот оттуда бы ее, блин, паркануть, чтобы она поднялась, видишь, она не поднимается. Она вообще не поднимается. Ну, здоровая кобыла, конечно. В этом году первый лосось на голове. Да? Давай. Нет. Нет. Она помогать не хочет. Она помогать не хочет. Тихо, 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 лягла. Подматывай, еще подматывай. Палку вдоль земли надо, Юра. Тихо, 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 тихо. Юра, близко не иди. Юра, Юра, палка, палка, блин. Впрямую, впрямую. Тихо, тихо. Все, 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 все. Все. Ой, ёпарасоте. Я уже вспотел. Тихо, Юра, отойди, Юра. Рыбу возьми. Он сейчас уйдет. Не уйдет. Ой, сейчас пиякну. Сейчас одно место. Все. Отойди от края. От края отходи. Все, фантастика. Смотрите, какая кобыла. Смотрите. Смотрите, какая рыбина. Со шрамами. Теперь фото. Теперь фото. Ну что я вам скажу. Вот на такие воблерочки, которые растут на деревьях, иногда ловится вот такая красивая рыба. Вот король сегодняшнего дня. Оранжевый, с черными точками. Он сегодня поймал маму. Эти воблерочки уже все поотмечались неоднократно. Возвращение украинских партизан домой. Сегодня просто офигенная погода. Просто офигенная. Ни снега, мороз терпимый, обморожение не наступило. Все просто прекрасно. Вот едем домой, счастливые и довольные. Особенно вот эта вот морда.